Всем привет-привет, ребятушечки! А меня зовут Устин. А меня зовут Богдана. И вы на канале Устин ТВ. Ну а мы, как и обещали вам, покажем сегодня распаковку 11 пачек бонстиков. 7 из них это мы взяли на кассе. Тетя покупала продукты, и мы, она их не брала, мы, короче, выкупили у нее в 2 раза дешевле, потому что она набрала на товаров на такую сумму, за что нам дали 7 бонсиков по 49 копеек. Так, итого у нас 11 бонсиков. Сейчас Устин с Богданой поделят их поровну, чтобы потом не было вопросов, кому. А, вы уже поделили, да? Ну, да. Давайте, 5 и 1 бонсик остается. И что мы с ним сделаем? Давайте я потом. Или может я его раскрою? Если там будет звезда, то я возьму себе, в принципе, потом. Да? Да. Ладно, начинаем. Все. То есть, если вы не помните, то вчера открывают бонсиков. Да. Если вы не помните, вчера Устины Богдана достали по звезде золотой. Мы их уже зарегистрировали и будем ждать розыгрыша. Так, старый это у нас сплэш. Вместе у нас старый. Давай дальше. Фера! У Устина такой не было, да? Да, у Богданы. У Богданы была, у Устина новый бонстик. Так, давайте. Богдана, раскрывай своей методикой взрывной. Старый. Хоп. Так. Это старый, да. Калмед одноглазый циклоп, да? Циклоп. Бах! Крутая методика у Богдана, кстати, открывать. Кто там тоже Коди, циклоп? Да. А, нет, Коди. Так. Давай. Что? Нет. Повторка. Да, сплэш. Опять сплэш. Давай, Богдан, открывай. Так, давай свой. Ба! Блин, вообще. Старый. Старый? Да, елки-палки. Вместе давай у Стим крайнего своего. Блин. И у Богдана, да, остался блин, один? Блин, опять Фера. Фера, ну нормально, чего. Из ну, новинок да. Две повторки, потом поменяться можно да, будет. Очень-очень да, да. Очень здорово, держи. Так, Богдана, давай. Давай, ё-моё. Так. Пока Богдана крутит, я попробую открыть, может, впереди ее методикой Богданы. А я вот так вот делаю, смотрите. Опа. Лопнула, но не взорвалась. Богдана пока мучается, я уже открою. И кто что мне попадется, и повторка. Это у нас карты. Ну что, давай попробую, я открою. Опа, держи. Кто там? Опять Фера. Да, а, ну Фера тоже круто, можно потом будет поменяться. 3 Феры у нас сегодня да, из 11 бонтиков 3 Феры. Ну ничего, она же друг, дружественная, да? Так, ну все, и на этом наше видео подошло к концу. Браво, ставьте лайк, не забудьте подписаться на Устин ТВ, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока! Так, и ребята, да, сегодня мы вчера обещали сделать видео, как и показать, как бонстики меняют цвет свой. Да кто у нас поменяет, Устин? Мио. Мио, да, и этого бонстика в Феру мы сейчас присоединим. 6 бонстиков и покажем, как оно будет выглядеть. Будем надеяться, что тоже сегодня вам это все покажем. Все, пока-пока, ребята. Все.